Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Начинаю свой блог вечером, потому что одно и то же, одно и то же. А сейчас у нас уже не одно и то же. Мы идем к заловке Озлим. Она нас пригласила на ужин. И мой муж вышел раньше, а я вот сейчас собралась. Тепло у нас, посмотрите. Тепло. Я в босоножках, в летнем платье. Ашка меня не видит. Машу ему. Ашкин! 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 Не видит, вот там он разговаривает, сидит с мужчинами. Сейчас, если увидите, не увеличивается. Не видит мой Ашкин, придется звонить. Отключаюсь. Погода замечательная. Посмотрите, как играют дети. Сейчас я сниму вам. Деток. Вот мой Машкин идет. Ашким! Ашким, не кадр сиджак, ты вильмы? Чё кихава? Ашким переживает за меня, чтобы меня не сбил мотоцикл. Бенимо, а яка? Ашким хас не марала. Ашким хады бен гёстереджем чоджуклары бизим парк. Не без... Все, посмотрите. Биним гиби, ра-ра-ра-ра. Биним гиби, кешке. Посмотрите, так сидят здесь девочки. Все хорошие мои. Видите, пикники устраивают. Наш парк, друзья мои, там тоже. Наш дом. Короче, я дурачу, чтобы они не заметили. Ашкин говорит, что им не нравится. Посмотрите, какой у нас парк. Переполнен. Такой классный парк. Я отбыла здесь два раза. Нет, было больше, когда были мои внуки. Вот так они сидят. Для них это праздник. Но сегодня выходной же. Суббота. Но погода замечательная. Сейчас конец октября. А я иду. Босоножка. С Ашкимом идем с Эндером. Сейчас косары варбенде, как у меня желтое платье. И учим турецкий язык. Вот я его спросила такое слово. Я ему говорю, что-то говорю, а он молчит. Я говорю, ты съел свой язык. Дилинны един мы. Вот я изучала грамматику, но не так хорошо знаю, конечно. Но знаю, что после едини. Един. Надо и говорить. А я говорю, делин един мы. Ну или един. Един мы. А надо, оказывается, един ми. Ашким, добру нас лязем. Делин един мы. Делени. Представляете, какое слово? Делин един. Делин един мы. Ми. Делин един ми. Делени. Един мы. Короче, вот так вот изучаем турецкий язык и приятно с полезным сообщаем. Что-то полиция остановила, может, меня за маску. А, друзья мои, у меня такая новость. Сегодня звонила моя знакомая, но я была занята, не смогла ответить. И она мне сказала, что сегодня отменили карантин в Грузии. Но нужно в течение 75 часов сдать тест. В течение 75 часов перейти границу. Турция, Грузия. Так что все это так было неожиданно. Я собиралась, думала, где-то в ноябре. Вот так и будет. Не буду заказывать, потому что очень много нужно поделать работ по бизнесу, потому что я же еду в семью к внукам. Там будет уже некогда заниматься. А надо заработать много денежек. Так что, друзья мои, вот такая хорошая новость у нас, Ашким. Ашким, бирай нас, алка, бенсис, каваджакс. Бирай, ну? Ага. Сын бирай, ну? Смотрите, а мы нас, алка? Я не знаю, 10 гюн гидарсин. А 10 гюн не япаджам? Бирай, не япаджам? Посмотрите, посмотрите. Реакция. Возле Джексон? Мне и пьечечем, бирай. Что, говорит, я покушаю? Первый Джексон. Потом он аннем, пойдем, я выгляд.
Pускай, говорит, мама приедет мне. Ама нас лашкем, бенде узлидим, айле чуджуклары. Беним евраклар, саджи, он гюн лязем бири, сонра и кинджида. Ерми гюн, беним евраклар я паджак. Йогурт. Ама яваш-яваш. Он гюн лязем, он же дилик же язмак, он гюн сонра вериорлар. Türkiye'de bir ay çalışsam ben Cumhurbaşkanı olurum. Вы видите как? Вот такая реакция моего мужа на мой отъезд. Ну что, будем работать. Я его определю. Пришли мы, Козлемчик. Хош гелдиниз. Гельми сеньо пиджи. Bu adam çok geziyor. Bu adam fazla ömür. Hastalık ulaştırabilir. Özlemçik, привет. Hoş geldiniz. Merhabalar. Virüslü olabilir bu adam. Yengemi davet ettim bugün yemeğe, onu özlemiştim. Yemekler yaptım birazdan. Sofrayı da çekeriz. Birlikte seyredelim. Seni çok özledim. Çok özledili. Evet, ben de siz. Onu beğenmedim ya. Ben de biraz bir benim izleyeceğim filmler romantik, aşk, tutku, dram. Hepsini bir arada olan. А, видите, как она говорит? И книжки она, у нее романтика. Качи, а аферин бенимси, на слуху ее все верю. Озлем, не яп ты безе, а вот лепчик. Буны, джаджик, джаджик. Видите, какие маленькие тарелочки, как все. А ну посмотрим, что будет у нее, Невар. Физик сармасы. Ана емек. Как ее сарма. Çorba pezik de diyorlar, pazı da diyorlar. Aha. Çorbamız da mercimek. Mercimek. Çorbası. Mercimek çorba. Süzme mercimek çorba. Süzme ya. Видите, какая у меня актриса она. Burada da ıspanak yumurta var, ıspanaklı yumurta. Evet. Bir de yaptığım kışlık turşuyu göstereyim. Сделала она на зиму. Domates sosu. Это сос помидор. Limon tuzu, уксус, tuz, лимонный сок, biber, перчик, горький, аферин сын. Видите, какая у меня Гюрюмджи? Все она умеет, все. Урода да варбишей. Ода, şey, yani, все сделала. Ага. Раньше koymuştum. Она говорит сделала, приготовила бунu, в холодильнике. Аферин. Сигара бюре. Сигара будем. Мы сегодня будем есть и есть. Чок еджек без бугюн. Ашкин без не едик без бугюн. Сын хатерлеусон. Бен лорд едим, пенир. Лор, лорда едим. Ашкин лорд. Ашкин лорда едим, бен лорда, крала едим. Ay. Yardımcı istiyorsun canım benim, yardımcı. Her şey hazır. Tamam, Enis ne yapıyorsun söyle? Nasıl okulda işle, okulda diyor, liseyde işler geçiyor? Güzel başladı okul, haftada bir video. O internete, internete, online. Ha? Gerçekten? Aa, Enis idiyot один раз в неделю. Sonra? 4 gün canlı ders, bir gün yüz yüze. Aa, 4 dня по интернету и один этот. Beğendin mi? Sana. Görüyor mu hocam, seni görüyor mu? Çok yoruluyorsun. Kamera söz. Açılmıyor mu? Demiyor mu Enis, sen de geldin burada mısın falan diyor. Görüyorum dersler mi canım? Дядя как раз говорит, как он любит детей. Все время его учит, что-то говорит. Ama zor değil böyle okumak. Girmemişsin dersi, bir hocayı sürekmiş. Bir de başka birinin ismini kullanarak girmiş. Seni belli olan ismini, onu kim bilmiyor. Ne güzel erkek bizde. Kızları, güzel kızları. Güzel kızları, dikkat ol. Ne yakışıklı. Bizde çocuk. Mustafa ben size öğrenecek, oradan oğluma yardımcı olsunlar. Bu sene Rusça öğrenecek oğlum. Русский, видите, как говорит он? По-русски будем говорить. Мой Ашким знает по-русски. Скажи. По-русски. Скажи, какие? Сёз, ханги билёрсон. По-русски билёру. Актила билёру. Привет. Давушка. Очень. Давушка кем? Девушка кыз. Да, давушка. Девушка. Бик кызы билёру да.
Вы видите, говорит, одного, говорит, он квиз бельёр, девушка. Аферин, сынашка. Садимся по местам. Видите, какие маленькие тарелочки красивые. Адрес песе. Красивые тарелочки. Будем сейчас дегустировать. Что-то мне сердечко прихватило. Это был. Приятного нам аппетита. Adam ne? Aşkım ne yapıyorsunuz? Ne güzel bardakları yeni mi? Ne güzel. Aşkım bak sen ne güzel geçiyor aşkım. Ne kadar güzel. Bize de lazım böyle alma. Aşkım bak. Alakası aşkım var. Çok var alakası. Ama yaksın. Ne zaman güzel içiyorsun o da süper oluyor. Красивая посуда тоже надо пить, я говорю, не так ли? Нас кормят и кормят. Kim içiyor? Sigara börek kim istiyor? А, какая красота. Сара, келин аплам чай дати. Teşekkür ederim, ne güzel. İyi akşamlar gençler, gel bak. Şükür getirdiydin. Ama genç geldi. İyi akşamlar, o pek olmaz. Соседим. Аня, nasılsın? Gelinim. Ne yapıyorsun? Gelin. Aklım gelin. Güldün sen. İsmim Derin diyor, Derin. Geldim demiyor, Derin diyor, sen yanlış mısın? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Будем пить чай, соседи. Derin, Derin, Derin. Teslime teyze, annem gibi. En samimi arkadaşım Sara. Birlikte çay içiyoruz. Sen de YouTube aç canım benim. Hep biliyorsun nasıl güzel konuşmak. Ben de çaya, sigaraya gidiyorum. Aşkım da. Yabancılar var ya, böyle her şeyin videoyu çekiyor. Adam tarif hep çocukların küçüklükten 7 çocuğu var. Hepsinin anıları. Her şeyini videoya çekmiş. Biraz ses ses. Çocuk 7 tane çocuğu var. Aha, adamın. Hepsinin videolarını böyle çekmiş. Aa, özellikle dedi gördü video snimar. Çocuklar şimdi açıyorlar mesela, seyrediyorlar küçükken. Bayağı konuşma. Diyor ki hadi kızım anlat diyor. Ne yaptın? Nasılsın? Ne hissediyorsun? Evet, sen de aç senin YouTube. Ben diyor. Çok izleyici. Yok. Şey, her gün bir şey bulamam ki evden dışarı çıkmıyorum fazla. Видите, не любят они снимать лица. Sadece yengeme gidiyorum, yengem bana geliyor. Birlikte vakit geçiriyoruz, o zaman da çekiyoruz zaten. Pek dışarı çıkmıyorum. Hı hı, понятно. Derin. Так гости принимают, а я ем. Бюрек и ем. Тезим соседочка. С это с невесткой и дочка, а мужа нету. Вкусный чай, красивой посуды. А, Ирис, тебе. Посмотрите, как нас Азлемчик продолжает угощать. Какое красивое каве, кофе. Орешки принесла. Мы заснули. Я на том диване. Ашкым здесь лежит. Ашкым. Ашкым. Сен içmiyorsun? Teşekkür ederim. Kahve uykumu kaçırıyor geceleri. Ben 5'ten sonra içerim kahveyi. Tam 5'te. Bizde hiç kimse kaçırmıyor ha aşkım.
uykuda. Ama bak zaman... sen farklı o soda. Evet. Sen niye almıyorsun böyle? Mangoluk. Ben de yeni keşfettim. Bunu komşum içiyormuş, yaz boyunca içmişler. Onlar beğenince ben de denemek istedim. Fena değil. Ha, afiyet olsun aşkım. Biz de içeceğiz. Kahve iyi. Biraz sonra eve gideceğiz. Ne güzel. Var ya şükür. Мы сидим объевшиеся с Ашкимом. А? Ах, 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 артистка Беним, артистка Беним. Ах, более, без шеи соли. Ля-ля-ля. Şey yiyeceğiz, sütlaç yiyeceğiz, abartmayalım. Sütlaç, это что sütlaç, bu ne? Tatlı mı o? Tatlı. Sütlü tatlı. Это сладость из молока, это рисовая каша. Я была в шоке, когда они с ума сходят за эти рисовые каши. Соседка угостила, вот что пришла. Bu senin komşu verdi. Sütlü tatlı. Aha. Birini veriyor. Üzerine şeker, hı-hı, kaynatıyoruz. Kıvam alınca kaselere koyuyoruz. Hı-hı. Dolapta soğuyor. Üzerine tarçın ve ceviz. Ano, bak sen ne göster. Evet. Pirinç. Вы видите, молочная каша. Biz böyle sıcak yiyoruz. Tatlı. Bizim Rus mutfakta sıcak. Evet. Çocuklar seviyorlar çok. Benim çocuk o. Afiyet olsun. Biz soğuk seviyoruz. Biz soğuk. Лезетли мы? Я попробую, скажу. Вы знаете, мне понравилось, говорят, это в духовке пекут. Настоящая каша рисовая. Вкусно. Очень понравилось, чок берем ты. Афилос. Görünce benim en iyi insanlar, Türk insanları. Arkadaşlar. En iyi görünce var bende. İkinci de var görünce. Görünce yanında şanslısın. Ya biz, sen geçen gün yani ben şanslıyım. Senin yakın var. Ben de şanslıyım. Böyle güzel bir yengem var. Ondan sonra böyle sempatik, güler yüzlü, marifetli. Çok güzel yemekler yapıyor. Bizi mutlu ediyor. Abi, ne diyor? Senin abi çok seviyorum. Evet. Abi. Çok güzel aşk yaşıyorsunuz. Senin çok hoşuna gidiyor. Ну что, будем заканчивать сегодняшнее видео. Bye-bye. Пока-пока. Романтик. Aşk yaşıyorsunuz. Пока-пока. Bye-bye söyleyin. Bye-bye. Abone ol. Пока-пока. Пока-пока. Ha, пока-пока. Oldu mu? Мои хорошие. Мои хорошие. Мои хорошие. Ah!